Саратовская живопись без мастерских и выставочных залов. Саратовские художники рассказали о своих трудностях и об общих проблемах культуры на встрече с председателем Комитета по культуре областной думы Андреем Рассашанским. По их мнению, ее состояние сейчас во многом определяется отсутствием законодательной базы на федеральном уровне. Саратовская организация Союза художников России сейчас переживает не лучшие времена. Художникам негде работать и выставляться. Они потеряли больше половины мастерских, а в тех, что остались, нет отопления. Нет в Саратове выставочного зала. Андрей Рассашанский предложил деятельным искусству обратиться со своими предложениями в Общероссийский народный фронт. Поднимался, конечно, вот этот вот остро наболевший вопрос в городе Саратове, это с творческими мастерскими художников. Потому что, ну, все прекрасно знают, что нас судом выселили с федерального помещения Московской 70, нас выселили с помещения на Московской 125, и мы в один год потеряли около 2000 квадратных метров мастерских, взамен не получив ничего. Во всех крупных городах региональных, таких как Самара, Волгоград, Ульяновск, Чебоксары, Нижний Новгород, там проходили региональные выставки «Большая Волга». В Саратове такой выставки ни разу не было. Это, ну, вот в рамках сейчас федерального округа «Большая Волга» проходит выставка в Саранске. А в Саратове у нас негде принять, у нас нет помещений. То помещение, которое вот находится у меня за спиной, это не выставочный зал, это всего лишь навсего временно приспособленное помещение для проведения выставок. Нету, в городе нет выставочного зала.